Здравствуйте, дорогие подписчики моего YouTube-канала, с вами Константин, мы продолжаем проходить World Art Online Fatal Bullet. Итак, у нас с вами второе прохождение игры, которое нацелено на максимальное поднятие отношений со всеми персонажами и плюс прохождение DLC, которые вышли. В данный момент вышло два DLC. Итак, в прошлой серии мы с вами пробежались по подземельям, по-быстрому разобрались с базальтовым Джо и, собственно говоря, летим дальше. Нам надо не забывать общаться со всеми, с кем только можно. У Наруто я ничего, в принципе, не менял, все по-прежнему. У Сакуры я изменил пару-тройку настроек. Оружие ей тоже можно, кстати, будет дать другое. Ну, посмотрим. Так, давай, нам нужно сейчас дальше как бы идти по сюжету. Ну, мы сейчас, соответственно, выйдем обратно в Глокент, посмотрим, что у нас там к чему. Мы сейчас еще раз, наверное, возьмем все эти задания, пускай будут. В принципе, заданий можно брать много. Так, уникальные враги у нас выполнено, но мы еще разочек возьмем. Хотя, блин, еще раз туда идти я еще не хочу, признаться. Здесь пока тоже больше ничего нету. Так, погнали обратно в Глокен. Нет, в комнату Кирита. А, в принципе, я там только был, а там я ничего нового не видел. Ладно, на всякий случай мы сходим. Как обычно, перед тем, как куда-либо идти, мы сходим и попробуем с людьми пообщаться. Я еще не видел комментариев в предыдущей серии, потому что я снимаю серию одну за одной. Так что заранее извиняюсь. Здесь что-то как-то странно у них. Хотел сказать, а где же туалет? Я забыл, что мы в виртуальном мире. А то как-то совсем... Так, ты мне хочешь что-нибудь распознать? Только гатлинг есть. Зачем мне нужен этот гатлинг? Ну давай распознаем. Я там положил денег в банк, назначил жалование Сакуре. Вот. Задал ей все определенные настройки. Так, давай посмотрим, что у нас там. Снаряжение. Что у меня здесь есть нового? В принципе, можно попробовать походить с... Блин, ну я как-то вот, ну не особо, ну не настроен я, честно, на оружие ближнего боя, чтобы световой меч таскать. Вот прям, ну совсем. Угольная комета. Может, с гранатометом по-серьезному походим? Почему бы и нет? Давай походим с гранатометом. Сейчас пойдем, только обязательно надо что там. Так, ты мне ничего не хочешь лично сказать? Чем могу помочь? Ничем ты мне не помочь не можешь. Синон, ты тоже молчишь как молчушка? Да, ты молчишь молчушка. Хорошо. Погнали в Глокен. Там вроде бы Зелиска к нам присоединилась, насколько я помню. Сейчас мы посмотрим. Но с собой ее брать тоже как-то не особенно хочется, хотя, в принципе, у меня претензий к ней нет. Я в прошлой серии там взял Дайля. О, есть диалог, пошли. Ура, есть диалог, по-моему, даже сюжетный. А, ну и сюжетный, мы вообще его как бы уже видели. Тут парень сейчас какой-то... А, я здесь что-то не так. Что не так? Пойду проверю, нужно понять. Мы все слышали, что говорит Рэй. Наруто, пойдем убедимся, все ли там в порядке. Там, по-моему, напарни сейчас будут наезжать. Да, здесь я, это сюжетный диалог, я его пропущу, мы его уже слышали. Здесь Ицки вывалился, какой он крутой, защищает парня. Какое фуфло Ицки, мы еще пока что не знаем. Да. С собой в команду тебя тоже брать не особенно хочется. Ну давай, мы с тобой поболтаем, ты мне сейчас что-нибудь это... Раз уж нам нужно по сюжету с ним поболтать, то куда мы денемся? Так, новое письмо. Новое письмо от Курехи. После суматохи с Флюгином все так сложилось на Глокене. Сходи, посмотри своими глазами, как будет время ГГО. Не просто задание сражения, знаешь ли. Куда? Что? Чё? Куда сходить? А, стоп. Нет, пока никуда. Я чуть не забыл. Поставил себе угольную комету. А кто-нибудь будет патроны на нее покупать? Я каждый раз забываю вот таких вот мелочах. Но все-таки они нужны. Вот ракетные снаряды. Давай приобретем. И деньги кончились. Ну, и не хватает денег. Вот так хватает? Да. Отлично. Нет, здесь мне ничего не нужно. И я совсем забыл. Раз уж я взял новое оружие, что нужно умение расставить? Набор умений. Вот, а то у нас здесь совсем ничего нет. Давай форму брони мы вот сюда лучше поставим. Сделаем, как обычно, сюда форму скорости. Исцеляющая пуля на ракетницу делать вообще интересно.
Лови исцеляющую ракету! Вот таким вот образом, да, это примерно было бы. Ну, тактический кувырок давай. Так, ну погнали еще разочек, Глоккен, прежде чем мы сейчас отправимся с вами дальше. Все пойдет быстро, раз уж мы пропускаем сюжетные диалоги основного сюжета, который мы и без того знаем. Вот, то у нас это все сейчас пройдет быстро. Да и в принципе прокачка тоже идет хорошо. Мы прошлое подземелье еще прошли свободно. Ой, там этот парень, сейчас мы пойдем его это тоже. Скажем, что мы уже его знаем. Шпигель. Так, стоп, это не Шпигель. А, Зелиска. Не помню этого разговора. А, привет, Рэй, привет, Наруто. Как идут дела? Продвигайтесь в игре. Все нормально, хозяин еще новичок, у нас пока еще не особо получается, но мы растем. Так я и думала, что вы не сильно продвинулись. Нельзя все время полагаться на удачу. Не тратьте время зря, иначе не сможете попасть на флюгель, когда обновление наконец выйдет. Ты ведь хочешь найти оставшиеся детали и восстановить свою функциональность? Я понимаю. Сложно сказать своему хозяину, что ты хочешь развиваться быстрее. Это ведь твой хозяин. Все, я больше не буду тебя дразнить. Хочу дать вам один маленький совет. Детали разбросаны не только в пустоши Василия. Чтобы найти их, вам придется открыть и другие зоны. Чтобы открыть другую зону, нужно одолеть ее босса. Не так сложно, да? Звучит просто. Конечно, на словах все намного проще, чем в бою. Не устану повторять, что одной удачи для победы мало. Победите босса! Ладно, пошли с боссом разберемся. Пока! Теперь мы знаем, что делать. Пошли, 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 босс, валить. Одинокие пески. Ну, в одинокие пески нужно еще это, еще добраться. Так, давай сейчас пробежимся здесь. У нас вообще ребята все здесь как бы появляются. С тобой мы уже разговаривали, ты мне в прошлой серии даже, по-моему, нахамил. Ну, вообще, как бы, это бесполезные диалоги пока что, ну да ладно. Но пока диалогов больше нет. Я все боюсь, что я начну их пропускать. Вот я боюсь, что вы там уже в предыдущей серии написали, что я уже кучу всего пропустил, а я ведь этого еще не видел. Так, ладно, пойдем в фойе. Я очень хочу просто еще добраться до DLC побыстрее. Потому что DLC, говорят, реально там какие-то пара-тройка интересных сюжетов. Хоть и коротеньких, но все равно интересных. Так. Победите босса пустоши. Уцелевших в пещере. Да, я помню, где он находится. А, дополнительные задания у нас их нет. Задания на охоту у нас их нет. А, уникальные враги. Король пустошей, хорошо. Уникальные сокровища их нет. Ладно, как скажете. Мусорная банда, король пустошей. Не, подожди, подожди, подожди. Я не хочу просто так отправляться. Давай мы телепортнемся сейчас по уму. Не с самого начала локации, а то ну совсем. Так. Поле, командный пункт. Если в поле, то мы можем... Ну, в принципе, на парящую башню можно сразу портануться. Это может быть идея оказаться не очень идеей, но все-таки... Блин, я хотел команду еще заменить. Да, а то у меня Дайль там так кричит, что мне аж страшно становится. Ну, ничего. Сейчас нас прям к этому улитому роботу выкинут. Эй, ты! А! Ну, как я и говорил, вот почему я не хотел сюда портоваться. Тихо, 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 уберись, уберись, ты все, все, уберись. Так, оружие меняем, перезаряжаем. Чек, а ну-ка иди сюда. На, получи! Это что, весь урон, который тебе нанесли, серьезно? На, получи. Так, ну вы, я надеюсь, сами со скорпиончиками разберетесь там, да? Да, что-то как-то не очень урон он наносит. Так долго будем бить, ну... Я, конечно, понимаю, что там сила взрыва, все дела. Да ёперный вы бог, ну ты... Вольните вы этих скорпионов уже! Дайль, я ничего не хочу сказать. Но ты, блин, мешаешь. Лечимся. Так, давай-ка вот так сделаем. Бафнемся на броню. Бафнемся на скорость. Я хочу хороший дробан. Ты кто такой? А, это элитник тот вывалился, я понял. Ну, смотрите, как урон летит больше. Это в разы быстрее, чем с этой ракетницей. Я уж не знаю. Ну...
Так, все, этих разобрали, этих тоже разобрали. А эти оттуда появились еще. А вы что тут делаете? Минус. О, у меня на них тоже квест был. Роботы-щиты. Так, я ж правильно понимаю, что нам нужно в ту часть локации. Да, все, я вижу, вон туда нам надо. Отлично. Ну и погнали. Тут мы никого трогать не будем. Враги. Да, враги, это не враги. О, во-во-во, смотри, ребята появились. Эй, ребята, привет. Да нормасенько все, да? Ну, ранили меня, мальца, ну не смертельно. Тихо. На, получи. Ну, кто? Скорпионы, а? Так, враг. Какое у тебя странное имя, враг. Ну, хорош. Ой, ты почти помер. Тебя сейчас овалим. Так. О, он у нас по квесту еще был, ты посмотри. То его, правда, сейчас рисанут, потому что я не успею вот этого убить. А, нет, смотри, не рисанут. А меня вот никто подлечить не хочет. Ладно, я понял. Ну куда побежал? Стой! Стой тоже, враг. Хоть бы имена их не какие-нибудь отсвечивали, еще что-нибудь. Вот меня вальнули, ёперный бог. Сакура, зарисани меня, пожалуйста. Кувырка, толку нет. И попал, подползает. Я ни на что не намекаю, но меня надо рисануть. Спасибо. Так, ну давай помогом от скорпионов избавиться. Ну вы прям совсем. Неоцененный предмет какие-то выпали, бог знает какие. Блин, чего вы не можете с ними разобраться? Но они 14 уровня. Но почему я один должен с этим совсем разбираться? Дайль, я тебя уволю нафиг. Все? А этих ребят, между прочим, скорпионы не трогают. Вот они просто нас там стреляют тихо, мирно, да? Тихо. Все, минус еще одна. Так, скорпиончик пошел вон. На защиту бафаемся на защиту. Норм. Тихо. Хорош. Есть. Сакура, ну улечись, что ли, что я тебе могу еще сказать? Неужели? Так, патроны вроде бы есть. Ты что бы... О-о-о. Ладно, раз уж они на пути у нас стоят, давай вольнем их. Все равно квест на них выполнять. О, какой-то редкий предмет упал. Тоже неоцененный. Блин, как и мне прям вот честно режет, вот прям глаз вот читаю. Неоцененный предмет. Нераспознанный, он неизвестный предмет. Его нужно распознать. Но всю жизнь это было в играх. Начиная еще со старой доброй Диабло. Когда приносишь предмет Декарту Каину. И он такой, типа, должен его распознать. Потому что... Так, нашли сокровище, хорошо. Сакура лечиться не хочет, я понял. Ну и пес с тобой. Ширли, между прочим, со снайперской винтовкой шарится. Так, о. Ребятки. Глатусию. Слушай, гранат, по-моему, все-таки накрыл, да? Это прям. Ты че тут, Ты такой смелый, короче, враг с пулеметом. Так, все, набускали, да? Да, набускали, хорошо. Опять бафаемся на всем, что есть, и пошли дальше. Надо будет потом предметов каких-нибудь интересных еще накупить. Да, перейти в подземелье, хорошо. Я, кстати, извиняюсь, у меня, похоже, периодически подглючивает еще хромакей. По крайней мере, в прошлой серии я прям заметил это уже, когда сейчас запись проматывал. Ну, еще немножко недонастроена программа. Я вроде сейчас попытался еще заново его отрегулировать, но заранее извиняюсь. За дискомфорт. Так, ну чё? Эй, ты! На, получи. Ты чё, обалдел? На! Да блин, как же неудобно вот так вот.
На. Ну хоть взрывная волна есть. Блин, ну конечно оружие это ну такое себе. Короче. Вот другое дело. С дробаном хочу. Я знаю, что дробан только на ближней дистанции будет нормально функционировать, но все-таки. Так, мы идем убивать главного босса. Давай на всякий случай вот этот гранатомет перезарядим, чтобы он у нас... Так, хорошо. Все, ничего не пропустили? Да вроде бы нет. Ну, в принципе, если где-то какие-то ящики пропущу, я думаю, не сильно страшно будет. Хороший пулемет, мне нравится. Снайпер еще один, давай снайпера вольнем. Вы че? Давай, помри там. Отлично, еще робот-снайпер. Пулеметчики. О, кто-то их, смотри, прям хорошо зажарил огненной пулей. Это, я так полагаю, Ширли, она зажигательный патрон кинула. Ну да. Ширли молодец. Так, здесь мы прошли и дальше летим до босса. Сейчас главное вот, не напороться на серьезного врага и не сдохнуть. Это было бы фатально прям. Ой, да ладно ты, блин, ничего делать не умеешь. Так, бафы послетали. О. Так, минус. Там сверху был он еще. Минус. Так, ну-ка давай-ка вот так сделаем. Ну куда? Куда ты бежишь? Ну валите его, ну что вы на него смотрите? Минус. Давай лечение на всякий случай включим, а то сейчас видите, там понеслась. А ты кого там уже вольнула? Ну смотри, как Ширли вообще молодец, честно. Вот она прям вовремя, прям в толпу закидывает взрывающийся патрон свой. Так. Дронов сразу валим, пока не мешаются. Так, вот здесь, конечно, очень чревато. Я помню наверх, потому что здесь у нас вагон снайперов и прочих. Но я думаю, на этот раз мы будем аккуратнее, и мы все-таки справимся. Ну-ка, получи. Ну, получи. Эх, нифига, мне сейчас прилетит. Нафиг. Ах, вы же заразы какие. Есть, минус еще один. Так, пока что бафы есть. Да, бафы есть, это хорошо. Вот тут один штурмовик. Штурмовик минусом. Так, у меня баф на броню кончился. Не то. А ну-ка ловите. Сейчас. Ох, нифига себе. А, снайпер. Я думаю, кто меня тут больно так приложил. Лечение включаем. Еще есть? Еще один штурмовик. Ребята там понизу пока пройдут, я думаю, норм. Ну чё он, повернись ко мне. Поверни, покажи свое око. Так, ну теперь нам только наверх отправляться. Только наверх. В принципе, можно просто по лестнице пройти, хотя можно и туда залететь. Отлично. О, правильно стоим. Офигеть, их разнесли. С кем вы там сражаетесь? О, дрон. Сугой. Еще какой сугой, блин. Так, нам вообще, по-моему, не туда, а вон туда нужно. Но здесь, по-моему, тоже что-то интересное будет. Так, это быстрый переход. Бафаемся. Тут сейчас какой-то то ли босс будет, то ли типа того. Ну, бафайся, давай. Ну да, мусбанда. Пусбанда. Тихо. Да нормально. Ну, валим его. Валим, не стесняемся.
Лично включаем сразу лечение, а то бог его знает, блин. Так, по пулемету вообще стрелять бесполезно, проще искать его око и все. Во! Пошло. Ой, блин. Ну, вообще просто какой-то кусок. Какой-то холодильник с ногами, который он чем-то плюется там, не особенно сильным, и все. Но ради получения опыта, прохождения квеста. Давайте мы его быстро, мы уже половину жизни у него сняли. Ну как сняли, я снял. Дайл, он вообще стоит, что-то ничего не делает. Ну стреляй, Дайл, разрешаю стрелять. Я вот, блин, что-то у меня уже это... Баф кончился. Подлечите меня кто-нибудь. Блин, как команды отдавать? То меня сейчас убьют. Тихо, тихо. Давай туда забежим сейчас. Блин, какой же там кнопкой? Чё-то там какой-то клавишей давали команды. Блин, я забыл. Надо в управление тут зайти будет, блин. Это как это вы тут? Вы что, с ума сошли? Вы как полегли? Тихо. Сакура, подъем, хватит спать. О. Прикинь, они умудрились просто как-то помирить. Ну вы даете, господа. Наушники с креплением с крючком. Все, валим. Ну вы, блин, господа, даете. Не стреляете, не лечите, ничего не делаете. Подожди, а я могу сейчас отсюда войти в настройки да глянуть? Так, подожди, настройки, вон меня там уже кто-то валит, и я тут в настройках ковыряюсь. И улетел, а, зараза. Блин, Дайль, ну отойди, ну что это тебе так мало пользы? Мне предыдущая команда больше нравилась. Чпоинг. Раз, залетели, нормально. Ладно, сейчас давай вольнем тут всех, а потом будем разбираться. Ну, дрон с дробовиком, ну в чем дело? Все, вот теперь можно лезть в настройки. Так, настройки. Нет, нет, интерфейса. А, здесь мы управление не посмотрим. Какая красота. Так, ладно, бафаемся. Сейчас, по-моему, здесь у нас вывалится двое. Которые будут такие опасные. Валим. Валим, 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 валим. Я помню, они меня здесь вальнули, потому что они... Вот эти легкие копии, они первый раз появились, эти такие ребята. У них очень хороший урон. И вблизи с двумя лучше не сталкиваться. А, ребята мои где-то там внизу, зачем кому надо? Ракетные снаряды. Так, валим штурмовиков, идем дальше. Я так полагаю, мы приближаемся уже к концу локации. То есть скоро будет финальный босс первой локации. Я не помню, кто там. Вспомню, когда уже туда зайдем. Да что ты гранатами... А, ты голгинами гранатами их закидываешь. Ну ладно. О, смотри, копии полезли. Меня подлечили, это хорошо. Знаете, вам тоже гранаты, радуйтесь. Офигеть, их полезло. Вот это я понимаю. А ну-ка. Так, тихо, стоп. В чем дело, блин, ты будешь сегодня стрелять, нет? На. Пусть хотя бы это, с силой взрыва сейчас будем их там валить. На. На, получили. Блин, сделал. С кем вы тут уже сражаетесь? Я не вижу, куда стреляю. Похоже, даже никуда не попадаю. Так, отлично. Там вот того вальнули. Давай вот того. Так, короче, я обратно это ставлю. Блин, Дайл. Это кто там стоит? Снайпер. Я думаю, кто там портит всю малину? Все, всех вальнули, да.
бафаемся, пока такая возможность. Бафаемся, я сказал. Ух, какой-то ништяк выпал. Штурм. Штурм КЗ, я не помню, то ли это дробан, то ли винтовка, не помню. Ну, в смысле, что автомат. О! Этих лучше вообще отсюда всех вальнуть. Ау! На, получили. О, нормально, смотри, гранаты прилетело. Не любят гранаты, ребята. Их подожгли, молодцы. Молодцы, команда. Эти там кувыркаются, ходят. Так, все. Можно вниз спускаться. О, смотри, какая. Скоростная копия. Копия кого только? Так. Все? Да, все. Нам, по идее, туда. А здесь что-нибудь есть еще? Да, тут есть сундук. Деталь сломанной машины. Саку... А, блин, надо ей лечить. Я понял, почему она мне не лечит. Я, наверное, забыл его умение лечения поставить. Я такой, я могу. Поэтому она и не лечится нифига. Остальные-то умеют, а она нет. Тихо, тихо, спокойно. Точность прям отличное оружие, мне очень нравится. Да, да, я вижу, что здесь снайпер. Сейчас мы его завалим. Так, я включаю лечение. О! Фига они тут столпились, ребят. Не то чтобы я сильно это. На, получи. Блин, еще и промазала. Не, блин, что ты, ну, на, получили. Еще кто где? Чё ж так долго перезаряжаешься? Долго целишься? Все делает оружие долго. Так, минус. Минус. Ну и вот этого сейчас вальнем. Акурахнид, у меня их, кстати, у меня на него квест. Я, по-моему, в прошлый раз его так и не выполнил, потому что их целых 8 штук надо. А в одном подземелье их немного. Да, еще 2 осталось. Обычный трос робота. Ну хорошо, трос как трос. Включаем бафы. Начинается прямой коридор. Я чувствую, что это, скорее всего, уже к боссу. На всякий случай перезарядку делаем. Вот так. А, не, пока еще нет. Да, офигеть, снайпер. Так. Блин, нет, надо сначала дронов. Сначала дронов. От снайпера мы отвернулись. Он нам не мешает. Так, остался один по квесту. Вот он. Вот он, тот самый снайпер. Вот он тот, кто мешается мне. Блин, я помню эту часть локации. Короче, здесь сейчас наверх портанусь. Надо будет сразу обратно прыгать. Вот так. Тихо, тихо, тихо. Валите, валите, валите его. Все, копии вальнули. Да, копии вальнули. О, еще одна копия. А, вниз упала сама. Ну иди вообще упади отсюда, что ты здесь тогда? Блин. Только спустился и выпал какой-то ништяк. Так, ну ладно, бафаемся. А вот это уже точно к боссу. Вот это уже точно к боссу. Да, перейти в зону босса. Хорошо. Блин, какой же там босс? Вот честно, в упор не помню первого босса.
большой локации. Заходим в портал, заходим. Так, быстрое перемещение, на тот случай, если нас тут накукурузит, а это вполне возможно, почему бы и нет. О, господи, обычный, в принципе, вот этот вот арахнит. Только еще с ракетницей до кучи. Если на среднем расстоянии держаться, ракетница не дотянется. Сразу лечение включим, вот так. Нифига, у него пушка там стоит. На балде. Дайль, чё опять стоим? Чё бездельничаем? Ширли он стреляет, вижу. Сакура тоже стреляет. Чё делает Дайль? Дайль там только бафается. Это единственное, что он делает, судя по всему. Всё, что он умеет. Так, в принципе, мы почти половину жизни уже сняли. Это хорошо. Ай-яй. Это за кем он там? Это он за Ширли пошел. Свои пушки. Но Ширли выжила. Блин, надо поставить Сакуре лечение. Она вот не лечится, прям напрягает. У меня бафы пока есть, пока не будем их трогать. О, сейчас на мне ракеты, да, пойдут? Пока он там думает. О, отлично. Мы его оглушили. И почти добили, между прочим, уже. Тихо. Пошел вон! Пошел вон! Ты зараза какая, а ты посмотри. Ну, меня подлечили, ладно, нормально. Кому прилетело, Сакуре прилетело. Да ёперный пи... Да хорош! Да хорош! Все, завалили. Сакуру рисанули. Неоцененный гатлинг, еще один. Ну и все, и теперь мы выходим просто на новую локацию. Это хорошо. Прям вообще пролетели. Прям просто отлично пролетели все это дело. Все бафы закончились. Да, одинокие пески. А, прежде чем начать приключение по-быстрому в одиноких песках, нужно набрать туда квестов. Квестов туда будет сейчас тоже вагон. Но нужно отсюда валить, потому что нужно прокачаться, патрон купить. Я хочу дробан себе нормальный, мощный такой, чтобы можно было прям... хоть на зомби идти. Так, а где у нас тут, кстати сказать, ближайшая точка будет? Подожди. Вот, одинокий... Да я и так в зоне одиноких песков. Блин, ну ближайшая точка где-то далеко. Это мимо тех кораблей туда пройти. Туда надо будет. Не, не дело. А, валим отсюда. В район города. Куда мне нужно? Не знаю, куда мне нужно. Просто... А, в один из районов города нужно. Ладно, давай-ка мы сейчас сначала в комнату пойдем. Да, погнали. Сейчас заодно нам дадут всякие ништяки. 227 тысяч призов. Опять кольцо обещания. Мы его оденем на этот раз теперь уже на Сакуру. 5 уровней повысили. Ну, продуктивненько, продуктивненько прям пробежались. Там были какие-то аксессуары, я помню, которые увеличивали количество получаемого опыта. Это было прям всегда в тему. Так, Сакура. Можно я что-нибудь надену для разнообразия? Нет. Новую прическу. Нет. В магазине мне попалось кое-что стоящее. Вязкий предмет. Что за вязкий предмет? Приветствую, хозяин, как поживаешь? Что замечательно? Да, все отлично. Да, мы тебе еще денег отсыпем. А, банк. Я на счету там 300 тысяч. А, давай мы сейчас еще тебе проверить счет. Еще внести. Ну давай мы внесем еще сотку тысяч, я буду, думаю, будет в самый раз. Да. Ну вот 400 тысяч есть уже. Не надо пока ничего снимать, не надо. У нас так все нормально.
Так, с кем что нужно поболтать? Пошли посмотрим. Мне нужно... давай в комнату Кирита зайдем. Сейчас неоцененные предметы. О, Эгеля распознаем. Так, хорошо. Тут больше ни с кем пока пообщаться нельзя. По-моему, нет. Диалогов что-то нет никаких. Оценить. Повязка с широкой лентой. Спасение от смерти. 22% вообще песня. Рыночная цена 36% даст. Береты. Какой-то мега-берет. На гатлинг у меня денег уже нету, да и бог бы с ним. Лечение за одну минуту. 27% от максимального здоровья. Вообще. Вот это берет. 27% максимального здоровья. Просто лечение само по себе будет идти? Серьезно? У меня таких предметов даже не было. Давай вот эти очки сменим. Где они у меня тут? Да, вот он. Что еще есть? Глазная повязка. Наушники с крючком. Кольцо обещания. Лечение плюс 35%. Тоже, кстати, вообще отлично. А у меня какой вес стоит сейчас? У меня с максимальным здоровьем. Блин, ну это вообще как бы песня. Ну, не смотрится. Честно, вообще ни грамма никак. Но зато можно это дело отключить. Вот так. Отлично. С костюмов... Но костюмы новые я не покупал. Так, что у меня с оружием? Что у меня тут новое? Есть что-нибудь? Комедецу, победы, хладнокровие. О, павлин! Ёперный бабай! Мне первый раз доступен нормальный этот. Вроде бы как нормальный. Павлин сейчас возьмем. Давайте павлин только вместо угольной кометы. А то мне что-то совсем она не нравится. О, штурм КЗ. Это новый вот этот вот был, да? Кусанаги. О, сила ветра, смотри, 103. А этого 61. 20 патрон в обойме, у этого 8. Ну вот этот тип, это прям совсем такой вблизи такой, как бахнуть. Блин, я не знаю, какой из них лучше. Ну давай пока вот этот возьмем. Пока вот так. Умения попозже будем раскидывать. Попозже. Пойдем потренируем, посмотрим, что у нас там в Глокене новенького появилось. Итак, мы уже зачистили первую локацию. Это хорошо. Я думаю, со второй локации тоже пройдет все быстро. Я даже для вас, может быть, некоторые подземелья порежу при монтаже. Потому что я помню, что там были какие-то прям дичайшие длинные, неоправданно длинные эти. Так. Мне куда-то нужно было, по-моему, сюда, да? Ну, что за ребята? Дамочка. Иногда не отличить. Я с тобой согласен. Там Зелиска. Давай пойдем поговорим с ней. Новых ребят пока не вижу. Так-так, кто же это? Зелиска, тебя я ищу. У меня хорошая новость. У хозяина получилось победить босса. Все, как ты говорила. Чудесно, я знала, что народ справится. Твой хозяин может за себя постоять. Конечно, хозяин очень старается. Ваша следующая задача — победить босса в одиноких песках. Естественно, он будет сильнее, чем тот, с которым вы расправились в пустоши. Надеюсь, вы к этому готовы. Получится. Вы серьезно настроены? Это я признаю. Но хватит ли этого для победы, это другой вопрос. Да, и все же, не сдавайтесь. Победить этого босса окажется на передовых позициях. Там, где развлекаются большие мальчики и девочки. Удачи, держу за вас кулачки. Мне нравится твоя решительность и все такое, я понял. Теперь за дело, хозяин. О, опять ты. О, ты же дружишь с Синон. Приятно познакомиться. У тебя есть свой Финос. Хотя ты не так давно играешь. Здорово, когда так везет. Я заметил, что ты вечно крутишься около Синона и ее друзей. Объединяться с более сильными игроками — очень умная тактика, эффективная. Интересно, как тебе удалось так близко к ним подобраться? Я налажал с распределением характеристик. Конечно, я сам виноват, что поверил в бред про то, что скорость — самая важная характеристика. Идиот. Поменять характеристики можно, сейчас объясню. Да знаю я, как это делается. Но если поменяешь характеристики снаряжения, тоже придется менять. И не важно, сколько врагов ты убьешь, тебе больше не будет попадаться хорошее оружие. Значит, ты больше никогда не попадешь в рейтинге. Это паршиво. Ну и я думал, на этот раз я точно распределю характеристики правильно. Могу помочь. Да уж. Слышно что-нибудь новое про Сино? Она не из тех, кто может такое рассказать. Наверное, этот парень тебе все рассказал.
Ты действительно совсем ничего не знаешь. Будь с ним осторожен, с Кирито. Он прикидывается хорошим, но готов украсть все, что тебе дорого. И это из-за него Синон так изменилась. Вам тоже лучше с ней не сближаться. Она потрясающе сильно уверена, она вам не чита. Она невероятная. Да ты дурак, поехавший просто. Вот и все, что я тебе хочу сказать, честно, прям от всей души. Так, ба-ба-бам. Бу-бу-бум, ту-ту-ту. И куда нам дальше? Победить босса в одиноких песков в подземном лабиринте. Ну, это мы понятно. Слушай, а у нас у Арго можно какую-нибудь инфу еще купить? Арго. Хочу обменяться информацией. А если продам информацию? Ну давай, мы тебе сейчас это все дело продадим. Так, а если купить информацию? Мне денег на это нет, да? Оружейные навыки. Слушай, оружейный навык дробовика. 350 тысяч. Это интересно. Надо будет потом посмотреть. Может быть, там реально что-нибудь интересное будет. Сейчас мы здесь чуть-чуть еще пробежимся. Туда-сюда. Блин, можно просто было портануться. Но я, как обычно, не из тех людей, кто ищет легких путей. В общем, как-то так. Мы сегодня, в принципе, вполне плодотворно уже прошли первую локацию. Потом идет вторая. Там, в принципе, сколько их? 3, по-моему, или 4 локации. И все. У нас уже будет забытый лес. Главное просто не профукать остальные диалоги. Я вроде стараюсь сейчас бегать везде и вся. Но здесь тоже я ничего такого не вижу. Никого тут нет. Ну и хорошо. Так, ладно, ну что, давайте, наверное, на сегодня закончим. Было здорово. Спасибо всем, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, давайте всем спасибо. Всем пока.